Каждый четверг в Bay One кафе проходят живые выступления музыкантов. В этот четверг гостями проекта A1 Music Live стали участники шоу «Монстры музыкального мейнстрима» «Жара» и «Чаян Фамили». А вы могли наблюдать все это в прямом эфире. Очень круто, на самом деле вообще приятнейшая атмосфера. Здесь много собралось с друзьями как раз таки, и это меня очень порадовало. Ну, все такие позитивные люди, знакомые, близкие, друзья. Все очень было круто, мне прям очень понравилось. Честно сказать, я что-то прям сегодня как-то очень волновался. Вот именно по этой причине, потому что прямой эфир. Я что-то не очень вспомню, были ли у меня какие-то такие вот подобные, в общем-то, какие-то лайвы. Но вот сегодня прям я переживал и ночью думаю, что такое, что происходит. Ну, это же обычное дело. Но я понимаю это, видимо, и поэтому. Но это нормально, я считаю, вполне нормально. Исполнить совместный трек с Чаян Фамили пришел и Влади Каста. Каста тоже выступит в эту субботу на шоу «Монстры музыкального мейнстрима». Ну, обычно на таких мероприятиях читают самые известные песни. Вот. Ну, потому что в таком виде, в концертном виде, лучше всего представлять известные песни. И у нас будет точно так же в этот раз. А новые песни мы пишем, на самом деле. У нас очень много набросков. Куча, огромное количество. У нас столько никогда не было раньше набросков. Раньше каждый набросок мы доводили всегда до финала. Сейчас мы плодим наброски, ну и скоро будем их доводить. Одним словом, в эту субботу в «Известия Холл» будет жарко. До сих пор со вторым треком как-то вот определяемся. То есть первый — это в любом случае «Ты мой кайф», потому что его ждут. Мы обязаны его исполнить. А второй, вот мы думаем, либо исполним что-то классическое, либо это вообще будет... хочется... Две песни дансхольных, чтобы, ну, показать то, что дансхолл в России тоже есть, тоже развивается. А хип-хоп, ну, хип-хопа предостаточно, поэтому, как нам кажется, надо гнуть свою линию, петь песни дансхольные и регейные. Приходите 19-го, мы будем гнуть. Друзья, приходите в эту субботу, если вы в Москве находитесь, неподалеку от клуба «Известия Холл». Приходите на «Монстров» музыкального мейнстрима. До встречи в субботу в «Известия Холл». Ну и, конечно, приходите в следующий четверг в A1 кафе на съемки проекта A1 Music Live. Гостем станет Lock Dog. Вход свободный.